Мне пора перестать притворяться и начать быть такой, какая я есть. Но единственная проблема в том, что я так давно играю разные роли, что я уже забыла, кто я такая. Ты гений. И ты единственная в себе сомневаешься. Это не ты. Я пыталась быть Карой Денверс 15 лет, но не стоило быть ей. Не стоило быть человеком. Это на тебя не похоже. Куда тебе знать, какая я? Все спрашивают, какая ты. Ты должна себя знать. Грёбаное клише. Кто ты теперь? Кара Денверс. Да черт с ней, с Карой Денверс. Супергёрл спасла мир. Так если я могу выбирать, с чего мне быть грустной девчонкой, парни которой больше нет? Мне она не нравится. Почему все вдруг решили сдерживать меня? Я не хочу, чтобы ты стал таким, каким тебя считают. Каким? Чудовищем? Я не Стефан. Хватит пытаться превратить меня в него. Видите ли, Боб всегда говорит мне быть именно такой, какая я есть на самом деле. То есть, чтобы я жила своей правдой. Я хочу быть нормальным человеком. Боюсь, у меня просто нет выбора. Ты всегда все переводишь на себя, всегда. Я рассказывала все, что мне в голову приходило. Всякие детские глупости. Например, мне запрещали вешать постеры. Они задавливали мою индивидуальность. Просто медленно, но верно стирали мою сущность. Пытались заставить меня исчезнуть. Ты всегда говорила только о себе. Что ты чувствовала, чего ты хотела. А теперь, когда и я наконец начала понимать, чего хочу, ты по-прежнему думаешь о себе? Позорил меня не только перед моими друзьями, но и перед всеми школами нашего города. Позорил? Я показал тебе настоящую. Настоящая я — это позорище. Я всю начальную и среднюю школу пыталась убежать от настоящей меня. Создавала новую Дилан. Вернуть вам себя настоящую, такую, как до алкоголя, секса и наркотиков. По правде, я и не помню.